Хейшки, ребятки, с вами Лекс. Мы сегодня опять-таки играем в игру под названием Формата. И, ребят, сразу сейчас идем захватывать. То есть мы с вами немного определились, как нужно в это играть. И сейчас будем в это играть пытаться. Так, окей. Здесь у нас одна точка, здесь сразу вторая. Давайте, так, сделаем вот такую вот тему. Смотрите, они сразу бегут к своим. Вот это классно. Вот как бы выделить определенное количество юнитов, было бы тоже очень интересно узнать. Так, и вся эта шобла, вся эта компания, ребят, сейчас пойдет дальше. Я надеюсь, то, что они пойдут. Так, вот сюда, вот на эту точку. Хотя там, смотрите, уже враг отправил своих. Уже своих отправил, представляете, да? Так, окей, сейчас нам нужно тогда сделать лучников, скорее всего. Я попробую сделать лучников и поставить их вот на эту позицию. Вы, наверное, уже помните, как я это делал. Но тогда ничего не получилось. Так, и смотрите-ка. А враг-то не стал ничего захватывать. Он просто пошел. А вот кто там пошел у него? Лучники или просто... пехотинцы. Вроде бы лучники, потому что щитов у них в руках нету. Он сразу выставил лучников, ребят, на эту позицию, видимо, для защиты. Умно, умно. Так, ну ладно. У нас пока что все равно очки... очки набираются. Но мы пока все равно проигрываем. По общей ценности. А, это инженеры, серьезно? Он поставил инженеров для того, чтобы они кидали камни. Вы представляете? Давайте, в атаку, в атаку, в атаку. Все, за мной, за мной, за мной, вперед. Вот, можно так менять щит, ребят. То есть, блок может быть такой. На колесико мыши мы берем и меняем. Так, мы не туда пошли. Так, снимаем этот щит. И бежим сюда. Убийств пока что у нас два. Так, мы почти пришли. Да, главное, ребят, первым захватить, а потом уже защищать эту точку, в принципе. Потому что мы, когда захватим, мы будем иметь больше очков. Ладно, пускай они все здесь стоят. Опа-на. Ну все, атакуем. У них проблема... Да вперед, вперед, драться. Чего вы стоите-то? Меня, ребят, зажали. Меня тупо зажали. Я не могу выйти отсюда. Дебилизм. Дебилизм. Меня уничтожат, потому что у них есть нормальные уже чуваки. Все, это, ребят, проигрыш, скорее всего, будет. Но ничего. Постараемся повоевать. Конкретно унизили. Смотрите, что у них. У них почему-то сабли, у нас какие-то непонятные пики. Эту фигню они не захватили, куда-то в бой пошли. Ну, вы адекватные вообще, нет? Так, делаем тогда штандарта одного. И все, идем тогда... ими вот сюда вот. Я не знаю, видите, здесь нет такой темы, что будет у нас еще один человек, который будет сражаться с ними. То есть постоянно сражаюсь именно с ними я. То есть у них здесь две точки и там. Это третья уже получается. Ой, ребят, я проиграл. Посмотрите, сколько мне нужно идти. Посмотрите, сколько мне нужно идти для того, чтобы дойти до этой точки. И сколько им нужно идти, чтобы дойти до этой точки. Просто пипец. Это вообще серьезно? Ну, я не знаю тогда, как здесь выигрывать. Мне кажется, никак. Я сделаю одного лучника себе. И побегу им воевать. Я уже уверен, что ничего не получится, но ничего. Так. Я уверен, что они сейчас пройдут через главный вот этот вход. Это, кстати, вроде бы... очень похоже, ребят, на 300 спартанцев, если вы смотрели. Такие же ущелья и так далее. Так, что у нас там вообще происходит? Где у нас войско? Опа-на. Тихо-тихо-тихо. Бой! Штандарта надо убивать сразу. Они мне не дают пройти к штандарту. Так, ну мои вроде бы что-то добились. У нас тоже есть штандарт, вот в чем прикол. Так, где мой лучник? Это ведь, да, он? Странно, он выбрал позицию. Ладно, пускай идет сюда. Здесь наших трое всего. Не надо им никуда идти сейчас. Это очень глупо. То есть им нужно занять позицию здесь, убить этих лучников и инженеров.
Лучник, видите, стоит, тупит. Отлично. Все. Занимаем позицию здесь. Ага. Эти идут защищать мою точку. Так, а там еще какая-то фигня происходит. Посмотрите-ка. Надо было штандарта хотя бы одного взять. Здесь стоит лучник. Он, кстати, убил его. Молодец. Так, все. Осторожненько. Готовимся к бою. Так. Че, не попадаю, что ли, ни по кому? У них уже прокачан горн, нифига себе. Не попадаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А где вся компашка-то моя? Ничего себе, всех так быстро убивает, вообще пипец. Ладно, я за лучника сейчас попробую уравнять шансы, но что-то мне подсказывает, что у нас не получится. Так, еще один умер. Ну, у них целых три точки. Просто здесь нереально сейчас будет воевать с ними. Так. А, он домой побежал. Сейчас главное на него попасть, пока он бежит. Ага, попасть. Это не так уж и просто сделать, если честно. Ну, ладно. Что здесь происходит? Здесь трое наших еще стоят. Не вижу смысла вообще им стоять, на самом деле. Так, у нас 189 единиц всего остального. В общем, очков, ребят, у нас очень мало. Так, сейчас я вселяюсь в этого, потому что здесь у нас пришел инженер, видимо. Пошел отсюда вон. Нифига себе у него жизней. Мне пришлось его 4 раза, ребят, ударить. Ладно, вперед за мной, ребят. Так, посмотрим, как они будут действовать сейчас. Потому что я без понятия. Убийств у нас больше, как ни странно. Хоть мы сейчас конкретно проигрываем. Но убийство, ребят, благодаря лучникам. Благодаря лучнику, за которого я играл. Так, вперед, 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 вперед. В принципе, можно их отправить, пускай идут, да? Все, идите сюда. Там еще войско какое-то пришло ко мне. У этого 13 жизней. Вон идут, видите? Вот кто это идет? Обычные воины? Это лучники идут. Так, одного ранил. Убил. Меня тоже убили. Жаль, жаль. Надо будет сейчас еще одного лучника взять. Лучник хорошая тема, ребят. Вы, думаю, заметили уже. Ну убейте же его, убейте. Хорошо. Так, стоим здесь. Готовимся к битве. Блин, лучника надо взять. Штандарта. И вот этих чуваков. Все, идите сюда, помогайте братанам своим. А этот лучник мой. Так. Но я чувствую, ребят, нас опять изобьют. Сделают из нас лузеров. Беги, 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 беги. Помогайте мне, братаны. Все, мне жопа. Ну тут никак, ребят, тут никак. Вообще никак, ничего не сделать. Я не знаю, как проходить эту миссию, потому что, господи, это невозможно. Давайте попробуем перезапустить. Потому что здесь я уже проиграл, это явно. Давайте попробуем тогда уже сделать по-другому. То есть берем, нанимаем максимум войск. Так, и все эти максимум войск, ребят, отправляем, знаете куда? Сразу в дальние точки. Вот сюда вот. К примеру. Здесь лучника ставим сюда. Сейчас нанимем еще одного лучника, тоже отправим. В принципе, этого лучника можно сюда сразу отправлять. Почему бы и нет? Ладно, этот чувак останется здесь, захватит вот эту штуку.
Не знаю, получится ли что-то из этого, но мне кажется, что нет. Но в любом случае попробуем хотя бы. Смотрите, там армия уже какая. Фух. Это, по-моему, нереально вообще сделать. Я хочу сейчас захватить вот эту точку. А лучник сейчас пойдет захватывать вот эту точку. Так, за мной. Враги прямо перед нами. И у них есть штандарт. С самого начала, черт возьми, игры. У них есть штандарт, вы понимаете? Так. Убили. Мы справились. За мной. Не идем. Осторожно, здесь будем сейчас защищаться. Там их вообще очень много. Ладно, давайте сюда, наверное, отправимся. На них не будем атаковать, не будем их убивать. Мы сейчас должны захватить. А смотрите, он отправил инженера. Я так понял, инженер отправил для того, чтобы этот инженер... Так, сейчас убьем лучников, чтобы они нам не мешали. Хорошо. Надо захватывать эту точку. Все ко мне, все ко мне. Здесь, в принципе, точка взята. Но видите, там тоже лучник идет. Или это инженер все-таки, да, это инженер. Ладно, по барабану. Главное захватить. Так, хорошо. У нас сейчас три точки, ребят, захвачено. Но, опять-таки, это мне дало не такой уж большой результат. Все, встали. У них штандарты сейчас опять-таки есть, целых два теперь. Тихо. Стоим. Ну все, нам жопа, ребят, их слишком много. Их просто слишком много. Да, тут никак. Тут вообще никак. Я не знаю, вот... Мне нужно было сразу все точки захватывать, не стоять, возможно. Но, господи, это по-другому вообще, по-моему, нереализуемо. Так, две точки у меня есть, да, допустим, да? Давайте покупаем тогда это, и мне нужен один штандарт как минимум. Так, окей. Выставляем вот этих чуваков сюда. Ага, сюда я хотел выставить. Они-то идут по этой стороне. И здесь у нас... Мы здесь пройти больше не сможем. Почему? Потому что здесь есть вот эти вот чуваки, которые кидаются камнями. Они очень сильно будут мешать. Так, штандарт идет сюда. Там лучник, в принципе, также стоит. Давайте посмотрим, есть ли здесь кто-нибудь живой. Здесь лучник. Вот фиг знает, стоит ли. Стоит ли что-то делать с этим. Еще два пехотинца у нас есть. Армия также идет, ребят. Прикол еще в том, что у них... Лучника два впереди. Так, давайте его немного назад сдадите. А за этого лучника я сейчас поиграю. Попробую убить хотя бы одного из этих лучников. Нифига себе, они стреляют как метко. Так, первый есть. Отлично, двоих убил. Осталось этих убить. Так, чуваки. Там, в принципе, наших тоже немало, поэтому я думаю, что мы справимся. Вообще идеально. Посмотрите, сколько наших чуваков осталось. Окей, хорошо. Что вообще происходит с точками? Так, этого чувака сейчас надо будет убивать. Блин, меня попали. Я его убил, хорошо. Так, остаемся здесь, получается. Мы, в принципе, я так понимаю, можем подхилиться здесь. Давайте проверим этот факт.
Да, подхилимся можем, можем, без проблем. Я-то не знал даже. Стоит, захватывает. Ладно, я попробую его убить. Играю с огнем, но попробую. Что с ним происходит? В голову. Все, 13 жизней, ребят. Хилится, хилится, хилится. Это у нас, оказывается, хилка. В принципе, я знал, но не пользовался ей. Так, у нас есть, в принципе, очки. Есть возможность сейчас прокачать горн. Все, отлично. У нас, в принципе, войско есть. Что здесь происходит? Может быть, на нас кто-нибудь уже нападает? Вообще... Ага, вон они еще предприняли. Окей. Ну, может быть, тогда тоже отправим туда войско. Пускай они защищают. Да, пора бы уже отправлять. Как это все тяжело. И лучник тоже сюда идет. Попробую сейчас, ребят, вывести их на себя. Все на единого лучника. Но это навряд ли получится, потому что они там уже идут завоевывать ту точку. Если они ее завоюют, и мой лучник там, который стоит хилиться, будет хилиться, то рано или поздно они же все равно завоюют эту точку. И получится так, что хилка перейдет к ним. То есть хилка уже мне принадлежать не будет, я хилиться на ней не смогу. Как же долго до туда идти? Я так понимаю, они уже дошли, да? Да, они уже давно дошли. Наших тоже немало. Здесь у нас есть и штандарты, и все на свете. Так что, в принципе, я надеюсь, то, что мы дадим отпор этим уродцам. Так, инженеры. Да, с ними сложно сражаться за лучника. Да вы серьезно? Отлично, первый есть. Тяжело. Убил. Так, все. Подождите-ка, где враги? Опа-на! Опа-на! Я профукал, ребят, весь момент. Я упал, кстати. Отлично. Тогда смысла нет вообще туда возвращаться. Что-то мне кажется, что наши тут проигрывают. Хорошо. Горн тут включил. Борзевший. Так, хорошо, захватываем. У наших вообще осталось всего ничего. Куда он пошел? Так, что здесь происходит? Отлично, убили его. Так, посмотрим, что здесь. Кто здесь стоит? Может быть, никого нету? Мы захватим тогда, получается. Да, никого нету. Не знаю, может быть, один солдат успеет все захватить это. Не-не, куда ты бежишь? Не надо, не надо, не надо. Не рискуй. Это всего лишь инженер. Ой-ой-ой. О, вот лучники, это уже серьезная проблема. Я бы на самом деле на его месте встал бы за этой колонной, они бы в него не попадали. Вот я сейчас только выйду, он сразу умрет. Ладно, вся эта шобла, ребят, идет лечиться. У меня, в принципе, есть очки. Давайте, наверное, попробуем увеличить популяцию. И возьмем еще пару воинов. Смотрите, что они творят. Напасть решили на меня. Здесь хилится, да, ведь люди? Да, люди уже все отхилились. Все за мной. Пускай пока здесь стоят. Ага. Окей. Что вообще происходит на поле битвы? Почти захватил. Вот это засранец. Вот это дает. На. С прыжка.
Смотрите, и стреляет, и ничего ему не сделаешь, потому что убегает. Выносливость-то тоже кончается. Ура, убили. Ну все, отходите. Идем захватывать эту точку. Потому что у нас ее отхватили. Как же это долго. Как же это долго. У него запас сил очень-очень маленький. Но плюс один, потому что рядом с нами штандарт. Окей. Блин, вот эту точку бы захватить. И смотрите, что там происходит. Там происходит полнейшая дичь. Надо быстрее отправлять свои войска. Но они не успеют дойти. Смотрите, там войска тоже идут. Отправляю еще эту подмогу. Здесь сейчас будет война, скорее всего. Подождите, подождите. Ха. Все, я понял. Здесь войны не будет. Эти чуваки все сюда идут. Они пойдут через этот пароход. Так, этого инженера я должен убить. Куда ты побежал, уродец? Какой-то бессмертный, смотрите, инженер. Отлично, 4 ударов. Еле-еле. Ладно, пока что это пускай стоит. Что у нас тут? Мы видим, как идут они. Давайте еще воинов наберем. А, у нас максимальное количество сейчас стоит. Фу, ну что? Пробуем. Ой-ой-ой, и здесь тоже какая-то жесть, ребят, происходит. Они с двух сторон решили напасть. Но там у них лучники. Все, вперед за мной все. Сейчас будем валить лучников. Я не могу, ребят, на два фланга, ребят, сражаться. Вы понимаете, наверное? Так. Правильно будет сначала убить лучника, а потом уже этого инженера бить. Хорошо. Все за мной. Сейчас будем захватывать эту точку. Давайте посмотрим, что там происходит вообще. Там идет схватка. В принципе, наши там побеждают. Хорошо. Давайте захватим. Нам первоначальная миссия все-таки захват. Я попробую захватить эту точку и сразу пойдем к другой, вон к той. Здесь у них целых еще три точки, которые мы можем захватить, вот в чем соль. У нас общая ценность сейчас больше и убийств больше, но как действительно закончить с собой, пока что непонятно, потому что у них захвачено больше точек. Хотя сейчас мы, если эту захватим, то у нас будет больше, но они ее отобьют быстро, потому что у них прямо под носом они находятся. А мне приходится бежать несколько сотен метров. И вон они уже отправляют следующую партию. Так, я еще бегу туда. Бежим, 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 бежим. Еще эту точку тоже захватываем. Так, что у нас тут происходит? Подождите-ка. Главное, чтобы они не сагрились на лучника и не пошли на него. Здесь мы победили. Так, у нас 700 голды, давайте, наверное, увеличим популяцию. Штандарт. И всех вот этих чуваков тоже ставим. Плюс еще одного лучника. Все, у нас максимальное количество войска. Пускай, в принципе, они стоят здесь. Вообще, правильнее было бы сюда бы отправить их. Но неизвестно, видите, в чем прикол? Неизвестно, откуда они пойдут. Они могут пойти как с этой стороны, так и с этой стороны. Как сейчас мы увидим, по какой стороне они пойдут, и мы сразу же пойдем атаковать по этой же стороне. И здесь какой-то уродец у нас захватил эту точку. Пускай идет сюда. Ага, они все-таки пойдут так. Все, все войско собираем. Идем сюда. Этот тоже идет сюда, к ним. Окей. Здесь эти чуваки захватили. Значит, сейчас мы за них пока поиграем. Пойдем к этим лучникам.
Сейчас будем разбираться с лучниками. Ай. Ну это фиг разберешься на самом-то деле, потому что... Потому что они быстро убивают вас. Ну хотя бы что-то сделаем, но на самом-то деле все равно все печально пока что. Посмотрите-ка, мы справились. Все, иди сюда ко мне. Захватываем эту точку. У нас сейчас идеально, идеально все складывается. Так. Сюда, сюда, сюда. Не вижу войска врага. Вон оно ушло. Почему оно дало обратный ход? Непонятно. Так, осторожно. Здесь два лучника. Но у тебя же тоже не бесконечное количество выносливости же должно быть. Сюда, сюда, сюда все. В угол зажать его не получается. В атаку. Кого он зовет? Здесь никого нету. Ну, ладно, его дело. Ну все, они его там зарубят сейчас. Отлично. Ко мне. Они инженеры кого-то сюда позвали. Окей, в принципе, мы выигрываем конкретно, потому что они убили всего лишь 30 воинов моих. Это очень-очень мало. Они отхватили все эти точки. Окей. Что у нас сейчас по количеству воинов? Давайте сделаем так. И всех их отправим сюда помогать. Сделаем сейчас боевой опыт, увеличим, чтобы они получали боевой опыт. И, в принципе, вот это надо будет. Довоенная подготовка. Тоже вкачать. Так, инженера пускай там стоит, он нам ничем не мешает. Это все войско надо, наверное, поставить сюда. Вообще, правильнее бы было, наверное, сюда поставить. Давайте, наверное, туда их поставим сначала. Подхилиться. Всех уведем хилиться. Смотрите, в чем прикол. Они атакуют по двум флангам. Офигеть. Вот хитрые же. Ладно, все. Время пришло. За мной. Так. Хорошо. Идеально. Эта точка будет нашей. Сюда, 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 сюда все. Там проблема в том, что на нашу главную базу нападают. Но это уже сейчас будет не проблема, потому что у нас есть очки. Мы сейчас это просто отобьем. Окей. Нормально, нормально. Я считаю то, что мы здесь победим. У нас все шансы на победу. Не отпускайте штандарта, не отпускайте его. Офигеть, так они еще нас побили. Офигеть. Где штандарт этот сраный? Вот идет. Побежал. Не попал я по нему. Здесь вот тоже бегут воины. Здесь у них немного хп, чтобы я их смог убить. Так, фиг попадешь. Не-не-не, дружище, нет. Не-не-не-не, хватит. Что-то мы, ребят, сейчас конкретно проигрываем. Начали проигрывать. Почему? Потому что общая ценность увеличилась у них. А у них все увеличилось. Так, вот это войско, которое здесь стоит, почему оно стоит? Почему оно не двигается?
Бейте вы этого лучника сраного. И этого лучника убейте сраного. Сейчас будем захватывать все. Проблема в том, что, видите, мы ничего не захватываем, просто стоим. И за мной быстрее. Опа-на! Здесь людишки появились. В бой. Так, со спины надо подходить, стараться атаковать со спины. Ну или в бочину, если увидите, как я это делаю. Я думаю, вы понимаете, в чем соль. То, что одного из воинов все-таки они не атакуют. Они не успевают его атаковать. Все. Берем, захватываем все точки, которые здесь есть. Так. Свой же убил, серьезно? Захватываем точку. Здесь что у нас происходит? Здесь тоже нужны воины, чтобы захватить вот эту точку. Так. Ну, за мной. Все сюда. Стоят как истуканы. Главное, не атакуют, ничего не делают. Хотя бы завоевали бы тогда уж. Блок поставьте и все, и стойте. Прямо в голову попали. Да, скорее всего, ребят, эту точку мы отдадим сейчас. Ценность тоже уменьшилась у нас. Мы даже не успеем захватить ее. То есть они заберут еще до того, как мы ее захватим. Лучников у них просто дофига. Не лучников тоже дофига. Ой, походу, ребята, это будет проигрыш. Походу, это будет проигрыш. Я не знаю, как здесь надо воевать. Денег не хватает категорически. Тупо категорически не хватает денег. Армию делать из лучников тоже не имеет смысла. Я, ребят, пробовал. Это очень-очень-очень бессмысленно. Вот это войско, которое у меня осталось, я им ничего не смогу сделать. Давайте, наверное, попробуем сейчас выждать момент. Они сейчас у нас захватят вот эту вот точку. Это 100%. Пускай отхватывают ее. То есть, а пока что собираем юнитов. Пока собираем юнитов. То есть, у них все равно максимальное количество воинов, это будет 25 человек. Из них у них очень много лучников и инженеров они зачем-то берут. Я не знаю зачем. Чтобы камни они кидали, инженеры. Так, эти тоже сюда идут. Окей. Мне кажется, что после того, как они сейчас захватят эту точку, они пойдут по этому вот каньону. И как раз-таки в каньоне, наверное, мы их и встретим, если они пойдут так. Если они пойдут по этому каньону, то есть по берегу, то мы на берегу их встречать не будем, будем просто стоять ждать. Вот, видите, они по каньону идут. Так, значит, берем... побольше воинов, опять-таки. У нас всего 14 человек, и все 14 человек как раз-таки пойдут в одном... в общем, вместе пойдут. Вместе в этом каньоне они все и встретятся. Ну все, идем. Что нам еще остается? Видите, я забываю хилить мои боевые единицы. Не то чтобы забываю, просто как бы для этого вообще времени нету. Если так думаешь о том, чтобы как бы что-то сделать. Тут еще хилить надо. Так, хорошо. Вселились в этого парня. Идем за мной. Осторожно. Никуда не спешим. Вон, мы уже их видим. Так. Стоим. Мне главное его тоже урон не получать изначально. В атаку. Вот этого бы убить. Ну никак вообще. Мне кажется, нас здесь развалят, ребят. Нас здесь развалят. Хотя смотрите, как мы их... Нормально, нормально, слушайте. Все, стоим пока здесь. Нас не обходят ведь? С двух флангов. Нет. Все хорошо. Нанимаем, получается, этого еще одного штандарта. Кидаем их сюда. Не, если вы хилиться... Не, хилиться сейчас никто не идет. Сейчас все пойдут... Сейчас все пойдут атаковать.
Он все равно идет хилиться. Неадекват. Так, окей. Где это? Без хп, чувак. Так, я сейчас попробую тогда. Давайте, ладно, идем дальше. Подождите, давайте посмотрим вообще, что у нас тут происходит. Здесь нету людей. Все, берем этого чувака и все, идем просто захватывать. Просто идем захватывать. Иначе мы проиграли. У нас убийств больше, но убийства вам не дают очков. Вам дают очки только захваты точек. То есть здесь важно только захват точек. А захват точек здесь очень сложен. Особенно, когда бот тоже как бы делает все возможное для того, чтобы постоянно держать определенные точки. Вы просто не успеваете своим войском. Даже видели, что у меня было 25 человек. Я этими 25 людьми ничего не успел сделать. Они меня атаковали по двум флангам, и я получил люлей. Этих чуваков мы не трогаем. Потому что если у них есть инженеры, значит то, что у них не будет еще больше врагов. То есть как других пехотинцев и лучников будет меньше. Потому что максимальное количество, оно все равно подразделяется на все боевые единицы. Даже вот эти вот. Ну, вы меня поняли. Так, захватываем. Опа-на. Я не заметил. В атаку, в атаку, в атаку. Хорошо. Ну, проходите, проходите. Захватываем. Надо захватить ее сначала. Потом уже будете в щиты свои долбить. Отлично. Теперь... Ой, в атаку сказал. За мной, за мной, за мной все. И подхилимся, подхилимся по-быстренькому. Все хилятся, все хилятся. Все, пускай пока здесь стоят. Вон еще враги идут. Я не знаю, кто это идет. Инженеры вроде бы. Опа-на. Ну все. Этих тоже отправляем сюда. За мной, за мной. Что-то там мне тоже кажется, что все-таки все плачевно будет, ребят. Здесь их побольше, у них есть штандарт. Надо штандарт этого, наверное, выносить сразу. Их нам... А, у нас тоже есть штандарт. Окей. Даже я забыл то, что я его взял. Штандарты выносим. Не выносится. Не выносится никак. Никак. О, отлично. Все, у меня жопа. Вообще пипец. Уйдут ли они отсюда? Нет. Они останутся здесь. Видите, в чем проблема. Здесь тоже все пришли. Так, давайте. В бой, в бой, в бой. Сразу в бой. Те, кто может бежать, все в бой. Я не знаю, что у него с управлением. Смотрите, как он идет. Я нажимаю только вперед сейчас. Хорошо. В принципе, здесь, я думаю, чуваки справятся и без меня. Хотя эти просто стоят, смотрите-ка. Да сдохни ты, сдохни! Что с тобой не так? Почему ты постоянно бежишь? Откуда у тебя столько выносливости? Не, давайте все-таки вернемся этим войском, ребят, и подхилимся. Ну, я так понимаю, мы уже проиграли здесь никак. Все за мной, все за мной, все за мной, все за мной. Эта точка тоже уже не наша. Убийств мы сделали просто безграничное количество. Я даже не понимаю, откуда у них столько воинов просто появляется. Здесь что происходит? Здесь меня все еще не убили, как ни странно. Ну ладно. Да глёшкин ты матрешкин! Дайте пройти, уродцы тупые! Стоят на месте, ничего не делают. В атаку! Подхилиться он пришел. Все, пока он хилится, бейте его. И теперь сами хилимся. Только нам нужно захватить для этого. Вы понимаете? Вы понимаете, что кто-нибудь должен в этот момент захватывать? Зачем вы бежите все? Но у вас нету шансов нанести урон противнику. Зачем бежать? У-у-у, ребят, ну это проигрыш. Это опять-таки проигрыш. Здесь вообще невозможно. Я не знаю, как... Нужно с самого начала захватывать все точки. Но это, по-моему, тоже невозможно. Как это играется, тоже непонятно для меня пока что. Ну ладно, будем сейчас стараться все равно. Пускай эти чуваки хилятся. Они дауны, они тупят. Хватит тупить, дебилы. Вперед сюда.
Вот нажимаете, и все, они стоят там что-то, не знаю, разговаривают, может быть. Хилимся, ребят, хилимся. То, когда у вас мало хп, вы ничего не сможете сделать. Все, все, за мной. Готовимся к бою. Готовимся к бою. Так. У нас уровни больше у некоторых воинов, поэтому мы неплохо должны показать себя. Офигенно, мы себя офигенно показали. Все за мной, все за мной, все за мной сразу же. Сразу же все за мной хилиться. Иначе будет плохо. Так, в принципе, эта точка наша, эта точка тоже наша. Мы стараемся, ребят. Я стараюсь как могу, по максимуму. Давайте все-таки, наверное, попробуем еще воинов сюда немножко добавить. Потому что если с этой стороны на нас нападут, то все, проблема. Так, и, наверное, довоенную подготовку надо будет прокачать когда-нибудь. Я не знаю, как возможности, потому что прокачать эту сраную довоенную подготовку почти нету. Давайте сейчас штандарта возьмем. Так, что у нас тут происходит? Да, идет еще одна толпа. Здесь штандарт еще здесь вот станет. Смотрим, что у нас тут. Все, все за мной. А, не-не-не, это не тот. Там у них просто один штандарт пришел, видели? Или мне кажется? Да, мне просто кажется. Это, видите, вот этот флаг, я думал, это живой. А это мертвый уже. Окей, стоим, ждем. У нас уровни больше, у нас шансов больше, ребят. Так что сплотились. Сплотились, ждем, ждем. В атаку. Отлично, просто надавали им люлей. Здесь еще, еще, вперед. Они сначала слабую армию на нас направили, а сейчас здесь уже с этим. Со штандартом. Нормально, нормально. Я вообще раздаю люлей нормально со спины. Хорошо. Идем хилиться, все за мной. Отбиваем вообще идеально, на самом деле. Идеально все происходит. Отбиваем эти волны одну за одной. Так, хорошо. Сейчас тогда берем еще воинов. Пока что хватит. И вот эту вот фигню прокачаем, ребят, за 300. То есть мне сейчас нужно 300 очков, ребят, нафармить. Так, еще одна. Еще одна волна идет. Фу, там уже столько трупов. Столько трупов, ребят, это просто пипец. Этих тоже отправляем сюда пока что. Пускай идут. Так, а здесь что? Здесь у нас все хорошо вроде бы, да? Все за мной. Все за мной. Сейчас придет враг. Стоим, пока ждем его. Стоим, стоим, стоим. Их здесь больше, все, все больше и больше. Они с каждый раз все больше и больше, ребят, приносят нам противников. Ну ничего, я думаю, мы справимся. Так, левел повышаем немножко. С каждым боем у нас все больше и больше уровень. Но воинов-то все равно меньше становится с каждым боем. Отлично, мы победили. Хорошо. Все, стоим пока что. Там подмога должна прийти. Вот эту штуку качаем. Эти чуваки сейчас захватят мою эту точку. Синюю. Она сейчас станет синей. Все за мной. Не, этих не будем трогать, этих не будем трогать. Все за мной, все за мной, все за мной. Пускай эти инженеры стоят. Они нам не мешают, ребят. Они ничего не захватывают. Они просто стоят. Просто стоят, действительно. Так, все сюда. А вы хилиться давайте. Вы давайте хилиться, ребят. Только не тупи. Давай, иди хилься. Иди хилься, тупой ты идиот. Я, ребят, не могу. Это ненормально. Они стоят тупо и смотрят, как... Я не знаю, на жопы свои смотрят или что они там смотрят.
О, смотрите, какой крутой он. Да. Так, окей. Фух, ладно, пока они хилятся, у нас пока все хорошо. У нас есть возможность сейчас еще купить чуваков. В принципе, надо довоенную подготовку прокачать. И покупаем еще два человека. Пускай они идут вот сюда, вот пока стоят. Так, здесь что у нас происходит? У нас уже идет следующая волна. Вселяемся в этого чувака. Все за мной! Все за мной! Стоим, ждем. Пока у нас не будет, ребят, полного войска, мы никуда не пойдем. То есть ждем, пока у нас будет полная прокачка и 25 человек максимум. Так, щиты сомкнуть. В атаку! Нормально? Вообще нормально, вы слушаете. Так, все за мной. Хилимся сразу же. Хилимся по возможности. То есть сразу бежим, хилимся. Что у нас с очками? Очки, в принципе, есть. Давайте, наверное, наймем еще одного штандарта. Или все-таки вот эту фигню лучше прокачать за 300. Вот я фиг знает. У нас, в принципе, войско-то, в принципе, еще есть. Можно не набирать. Так что, в принципе, давайте, наверное, действительно сделаем так. Прокачаем вот это. То есть у нас теперь будет второй уровень сразу при рождении получаться. Так, еще одна волна идет. Фух. Ладно, этих чуваков я, наверное, тоже отправлю. Отправлю сюда. Пускай они тоже идут. Ой-ой-ой, не того, не того, не нужен мне этот. Господи. Просрал драгоценное время. За мной, за мной, за мной, за мной. Сейчас будет битва опять-таки. Еще одна битва. Отлично, справились. Вообще потрясающе. Вот это бойцы, вот это сила духа, да, у моих бойцов. Вообще молодцы. Так, все хилимся. Так, что мы делаем в этот момент с другого фланга? Так, эти чуваки все еще идут. В принципе, давайте возьмем двух штандартов. И пускай они тоже идут сюда. Потому что они будут идти долго. Сразу их взяли и все. В принципе, можно добавить вот эту фигню. То есть за каждый уровень теперь будет скорость больше. Или урон. Я не знаю, что лучше. Вообще, это все нужно будет прокачать. Но пока что у меня нет очков. Та-да-да-да. Началось, ребят. Началось то, чего я не хотел, чтобы начиналось. Они пошли по другому флангу. Возвращаем все свое войско сюда. Вы тоже возвращайтесь. И вы тоже возвращаетесь. В принципе, здесь у меня будет небольшое количество воинов. И потом, наверное, ребят, всем этим войскам пойдем атаковать. Всем этим войскам пойдем атаковать. Все-таки я не знаю, это очень долго, это очень странно. Так, а зачем вы их атакуете, блин? Насрать на них. Ну ладно, пускай убивают, так уж и быть. Только зачем? Все, идем сюда. Сомкнули щиты. Сомкнули. В атаку. Хорошо. Неплохо. Нас здесь было меньше, ребят. Нас здесь было явно меньше. И, в принципе, мы неплохо сейчас справляемся. Может быть, у нас уровни просто были больше. Так, стоим, стоим, стоим. Никуда не уходим. Все сюда. Сейчас все остальное войско сюда придет. Так, но в этот момент, может, они могут атаковать вот этот фланг. Они, скорее всего, и будут его атаковать. Смотрите, они... Не, идут сюда. Смотрите, как все идеально складывается. Но эти лучники сейчас отхватят у меня. 40 минут уже идет игра. Офигеть. Так, ладно, берем тогда еще воинов. Одного штандарта пускай тоже будет. Лучников, видите, я не беру, не знаю почему, ну, как-то не задалось мне с лучниками. Когда сам играю за лучника, да, прикольно, но когда лучники там стреляют, они очень косые и непонятно, как они вообще работают. То есть лучше взять пехоту, лучше взять всю пехоту.
Так, что у нас с ХП? ХПшечка-то все равно тоже меньше и меньше становится. Давайте вы пойдете подхилитесь, ребят. А, нет, это у нас инженеры. Так, что у нас вообще по деньгам? В принципе, мы можем еще два юнита взять. И, скорее всего, я возьму еще одного штандарта. Заходите, все хильтесь, кто хочет. Кому это нужно. Сейчас пойдем сразу отбиваться. У нас все, ровно 25 человек, ребят. Все за мной. Враг не дремлет. Враг не дремлет. В бой. Хорошо. Вот сколько наших полегло в этой битве. Посмотрите, они все стоят. Алло. Алло, ребят, я вас призываю. Ну чё, погнали тогда уже воевать по-крупному. Мы там не пойдем, там у них стоят инженеры, они постоянно будут камни у нас кидать, а нам камни, нас камни кидать не надо, мы не хотим этого. Значит, пойдем сейчас завоевывать, ребят, все остальные территории. У нас очень много, в принципе, есть прокачанные юниты, есть непрокачанные. Так, давайте посмотрим, сколько у нас вообще денег сейчас. 300 есть. Давайте увеличим, наверное, атаку сперва. Так, посмотрим, что у нас вообще происходит. Ага, они опять там идут. Блин, что делать, что делать, что делать, что делать? Давайте, наверное, все-таки отобьем эту атаку и сразу пойдем воевать дальше. Мы можем еще двоих взять с собой. Все за мной. Или, в принципе, пойти здесь. Давайте, наверное, пойдем через это ущелье. Там опасно только то, что камни сейчас будут кидать, но надеюсь то, что все будет хорошо. Надеюсь то, что мы справимся с этими камнями, ничего нас никто не убьет. Все сюда. Вон они идут. Главное не подставляться сейчас под камни. Сначала с ними сразимся, потом уже будем проходить. Видите, у нас сейчас регенерация плюс 0,5. Возможно, это благодаря как раз-таки штандартам и тому, что чем их больше, тем больше регенерации и так далее. Так, сомкнуть щиты. Тихо, тихо, тихо. Стоим. Стоим, 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 стоим. Они сами должны напасть. Они сами должны напасть на нас. В атаку. Отлично. Вообще идеально. Все за мной. Все за мной. Вот видите, камни лежат. Не знаю, почему инженеры кидали камни сюда. В тот момент, когда здесь никто не ходил из наших. За мной. В этом камень полетел. Видите? То есть есть опаска все-таки. Есть опасность. Так. Вот отсюда уже вроде бы никто камни кидать нас не будет. Так что мы пока что встанем здесь. Посмотрим, сколько у нас вообще всего. Мы можем увеличить сейчас скорость. И возьмем одного штандарта на всякий случай. Все, и просто идем, ребят. Просто идем. Мы идем всей своей армией. Просто тупо всей своей армией. Эх, не знаю, не знаю, к чему это все приведет. Там очень много лучников. Будем сейчас стараться, ребят, затащить. Я не знаю, стоит ли вообще сейчас захватывать вот эти точки или сразу идти атаковать. По-моему, сразу идти атаковать надо. Это будет правильней. Так, армия идет за мной. Вот сразу на корабль или все-таки тех лучников убить. Давайте на корабль. На корабль. Зачем ты ко мне спиной-то становишься? Бей эту фигню. Так, мы ее сломали. Все. Атакуем, атакуем дальше. Здесь вон сколько лучников. Атакую не хочу. Все, этого убили.
Этого убили. Этого убили. Отлично, ребят. Мы, по-моему, справляемся на все 5 баллов из 5. Так. Засранцы убегают зачем-то, не знаю зачем. Они уже понимают, что это конец для них. У них были шансы что-нибудь сделать, но все. Уже этих шансов тупо нету. Сомкнуть щиты всем. Нас стало меньше намного, но ничего. Все из-за того, что мы были на этом корабле сраном. Так, надо было... Попозже, наверное, корабль. Ребят, я просто еще не понимаю всей этой механики игры. Стратегии, как правильно по стратегии делать. Так, это мы захватили. Так, убиваем этих сраных юнитов. Давайте за мной, за мной, за мной, за мной. Не хотят они. Ну ладно, будем атаковать их. Но это глупо. Это очень глупо сейчас мы делаем. Надо захватывать точки. Бежим, 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 ребят, бежим, вперед. Вообще никого из нас не осталось. То есть очень мало юнитов. Сейчас правильнее будет захватить вот эти точки. Смотрите, они там захватывают. Ой, хитрые. Так, я так понимаю, нам сейчас надо будет, пока эти чуваки захватывают. Смотрите, здесь тоже нам захватили. Здесь пока ничего не захватывали, окей. Просто покупаем много юнитов. Все, и отправляем, знаете, куда их? Вот сюда вот. Там армия идет. Ладно, пускай идет. Здесь мы захватили. Все за мной, все за мной, все за мной. Захватываем ту точку. Эта точка тоже захвачена, я так думаю. И здесь единственная проблема... Куда вы пошли? Все за мной, говорю, все за мной. Дауны, чё вы стоите? Тупые вы непонятные существа. Блин, вот это плохо, то, что они вот так вот ходят непонятно, непонятным образом. Так, окей, эти чуваки побежали сюда, но, в принципе, мне вообще по барабану сейчас. Вот мне сейчас не по барабану то, что происходит здесь. Происходит, потому что полная дичь тоже. Я надеюсь, то, что наши выиграют. Да, наши выиграли без проблем. Но, опять-таки, все очень тяжело дается, ребят. Все очень тяжело дается. Наши должны идти сюда. Здесь все еще есть наша группа лиц. Так, этого чувака мы не берем. Стандартов мы не юзаем. То есть они должны быть как юниты, которые играют именно бот. Искусственный интеллект. А мы пока захватим вот эту точку. Все, вы попались. Загнали себя в угол. Все сюда. Захватываем ту точку. Смотрите, что делают те лучники. Они сразу побежали на ту точку. Сейчас мы эту захватим. Давайте посмотрим, что вообще происходит здесь. Здесь, в принципе, все нормально, да ведь? Здесь войско шло. Вон оно идет до сих пор. Пускай идет, без разницы на них. Вообще по барабану. Кстати, вот что вы делаете, алло? Захватите вы точку, тупые вы идиоты. Вот мне самое главное было, чтобы они захватили точку. Они побежали, взяли этих лучников бить. Да нафига мне эти лучники обосрались? Вот сейчас будем сражаться опять. Готовьтесь. Хорошо. Все. Эта точка захвачена. Но ту нашу забрали все-таки точку. Окей. Ладно, надо идти туда опять-таки. За мной все. Будем сейчас отхватывать ту точку. У них сейчас осталось всего ничего вообще точек на самом-то деле. Я не знаю, ребят, что говорить вообще. В принципе, мы пока что выигрываем. Уродец, все, будет стрелять, пока не убьешь его. Все, 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 возвращаемся. Там нашу, кстати, базу атакуют, как я понимаю.
Давайте посмотрим. Да. Я ничего не могу сделать, ребята. Вот что самое тупое. Если они уничтожат вот эту вот фигню, я ж не проиграю, правильно? Я ж им уничтожал эту фигню. Не, если я проиграю, ребят, это самая тупая игра, которая не доработана. Если я проиграю. Потому что я им ломал то же самое. Я им ломал. Вы сами видели. Они пытаются сломать мою. Окей, пускай ломают. Ну атакуйте же, атакуйте, что вы стоите? Лучники перед вами стоят. Просто стоят лучники перед ними, они тупо стоят и ничего им не делают. Так, этого я не хочу, вот этого давайте. Все, захватываем. Воу, сюда, 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 все. Да все сюда, говорю. Так. Я все еще живой. Ага, свои же убили, молодцы. Вы смотрите, куда вы тыкаете своими палками. Так, деньги-то у меня, в принципе, есть. Места не особо нету. Особо нету, да. Так. Куда вы побежали-то, алё? Вам нужно захватить точку. Я не понимаю, как они работают. Они работают так, как не надо работать. Так, окей. Точка захвачена. Все ко мне. Убиваем этого засранца. Вообще насрать на него на самом деле. Вот, вот здесь люди есть, которых нужно убить. Все. Все сюда. С этими мы тоже справились. Все ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Не надо атаковать этот корабль и так далее. Сейчас нужно захватить вот эту штуку. Там пришло еще войско. Жесть, это вообще нереально, ребят. Это бесконечные бои, просто бесконечные. Это тупо бесконечные бои. Ну, вы сами видите то, что вообще ничего не можем сделать. Моих воинов всех избили. Окей. Допустим. Хорошо. Классно. Ультра. Так, здесь были воины, да ведь? Да, когда-то они здесь были. Но теперь их здесь нету. Как это сложно, как это сложно. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы победить, потому что я уже вроде бы и все делаю, всех убиваю, а они все равно не умирают. Вот почему этот чувак умирает, вы мне скажите, смотрите, у него 15 здоровья, 14, 13. А, они все умирают. Понятно, почему, понятно. Я понял, ребят. Потому что главное здание у нас... Я понял, 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 понял. В общем, когда у вас захвачено главное здание, вы умираете. А как мне его обратно отхватить? Лично мне, для меня это сейчас непонятная ситуация. Я не понимаю! Ладно, ребят, на этом, наверное, мы закончим. Я старался выиграть как мог, вы видели сами. Они у меня, главное, сломали эту фигню, восстановить я не могу. У них я это сломал, они восстановили. Вы вообще в адекватные? Алло, разработчики. Что за говно вообще происходит? Вот так вот, вот такая вот игра. Они мне сломали, ребят, эту фигню и все. Теперь я проиграл. А я им сломал эту фигню. Притом я до конца сломал, абсолютно я уверен. То, что я до конца, вы видели. Если можете, вы не верите, можете промотать назад видео. Я до конца, ребят, сломал. И в итоге ничего не произошло. Ладно, в принципе. Я победил, я считаю. Я считаю, что я победил давным-давно, когда уничтожил вот эту фигню. Но, видите, она восстановилась, потому что это, видимо, у них есть регенерация, у нас нет регенерации. Аплодисменты разработчику за такой вот непонятный баг. Я считаю, что это баг, потому что это по-другому никак не назвать. Я сделал все, что было возможно, потому что я... Только единственное, я не сделал это захватить все точки одновременно. Я захватывал все, кроме одной. И как бы в итоге все равно я просрал. Возможно, мне нужно было уничтожить этот кристалл, тогда бы я точно победил. Скорее всего, так и есть, ребят. Нужно было уничтожить кристалл, и я бы, скорее всего, победил.
Но видите, я сделал то, что сделали они, и в итоге они почему-то победили, а я нет. Абсолютно то же самое, и у них, главное, восстановилась она, вот она розовая. А у меня не восстанавливается, окей. Ну ладно, ребят, это была игра формата, если вы хотите, чтобы я еще продолжил в нее играть, обязательно пишите в комментариях, не забываем подписаться на паблик контакт, ссылка есть в описании в шапке канала, с вами был Лекс. Спасибо за просмотр, все в ваших силах, если вы ждете продолжения, то вы можете писать и ставить лайки. Это даст мне понять о том, что вы хотите увидеть продолжение. С вами был Лекс еще раз, всем добра.